Начнем с того, со вчерашнего матча. Тебе удалось забить победный гол, как эмоции, как ощущения? Ну, нормально уже, эмоции поутихли, в принципе. Так вчера очень довольны все были, вообще супер настроение было. Задачу выполнили на сезон. Сильно праздновал это? Не, я вообще не праздновал, я после игры сразу поехал в аэропорт, мне уже надо было улетать. Поэтому я без команды поехал. Получается, финал Лиги чемпионов пропустил? Не, я смотрел на телефоне. Ну и как тебе ожидания подтвердились? За кого болел? Ни за кого, просто футбол красивый. Ну ожидаем, что тебе это подойдет? Ну по игре, да. Вот ты прилетел, получается, практически не спал, да? Ну чуть-чуть, да, поспал там ночью. Тренировка сегодня такая была, втягивающая тебя? Не сказал бы. Нормально была тренировка. Много ребят знаешь в команде? Ну, ребят с Краснодара знаю, и несколько человек, с кем был еще в молодежной сборной, знаю. А с остальными все познакомлюсь, думаю. Как узнал о вызове сборной России? Да, сидел, обедал, и мне позвонил сразу этот журналист. И много смс-ок сразу начало капать. Я только после тренировки, даже не видел новости, и сразу понял, что, наверное, попал в расширенное. Не в расширенное, сразу попал окончательно. Давай, даем тебе время прийти в себя. Удачи тебе, спасибо.